Сегодня отмечается Международный день доноров. В Краевом центре крови прошла акция под названием «Ангелы мира». Это международный арт-проект, призванный рассказать о том, как доноры, сдавая кровь, спасают жизни тысяч совершенно незнакомых людей. Все пришедшие могли внести свою лепту в создание картины, которая может стать частью огромного полотна из 365 фрагментов. Сейчас уже собраны 165 холстов из 16 стран. Многие полотна уже украшают стены различных медицинских учреждений. По словам автора проекта, красноярской художницы Юлии Ивановой, после того, как работа будет завершена, планируется выпустить календарь, каждый день в котором будет проиллюстрирован одно из картин. Соединяется все человечество, и мы понимаем, что все человечество – это как один художник, который рисует одну картину, что, в принципе, война – это болезнь, что не может нос воевать с рукой, там, печень с селезенкой. Ну, вот это такая идея. Ну, и в итоге у нас уже 165 картин из 16 стран. То есть, когда я это придумывала, мне казалось, что это нереально, чтобы воплотить в жизнь. Очень много в последнее время приходит вот совсем молодых людей, и почетными донорами становятся лица совсем молодого возраста. Вот у нас уже есть там 27-28 лет, уже почетные доноры России. Также все пришедшие сегодня могли сдать кровь. Разумеется, сначала им нужно было получить медицинское заключение о состоянии здоровья. В крае ежегодно становятся донорами порядка 60 тысяч человек. Чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь 40 раз. Это звание уже имеют 6,5 тысяч жителей нашего региона. Сегодня среди участников проекта были и молодые, и пожилые красноярцы. Вообще, я пришла первый раз. Это скорее интерес, во-первых. А во-вторых, почему бы не прийти, не сдать кровь? Может быть, моя капелька крови кому-то поможет. Всякое может в жизни случиться. И какой-то человек может умереть от недостачи крови. Первый раз получилось, когда я учился на машиниста здесь. И нужны были дни отдыха. Вот пошли сдавать в железнодорожную поликлинику, там был центр переливания крови. Ну а потом уже как-то начал сдавать. Охота людям помогать, во-первых, потому что всякое же бывает, случается. Кровь всегда нужна. То, что не научились еще делать кровь искусственным путем –